В новый сезон волейбольный клуб «Подмосковье» вступает под новым, а точнее проверенным временем названием «Искра». Возвращение клуба в игровую обойму ждали и болельщики, и сами спортсмены. В этом году «Искровцы» сыграют в высшей лиге А чемпионата России. На капитанский мостик заступает Михаил Бекетов. Бессменный капитан в этом году стал рулевым командой. Перед спортсменами стоит задача закрепиться в середине турнирной таблицы. Мы надеемся, что будем постепенно, да, возрождать доброе имя этого клуба и достигать более высоких результатов. Ребята у нас собрались молодые, талантливые, я надеюсь, амбициозные, стремящиеся к высшим достижениям. Планами «Искры» в новом сезоне с журналистами делится генеральный директор подмосковного центра спортивной подготовки номер 6 Анна Диринг. Большие надежды возлагаются на болельщиков, поддержка которых молодому клубу будет крайне необходима. На встречу с командой прибыли и воспитанники училища Олимпийского резерва. У ребят есть все шансы в будущем проявить себя в «Искре». Хочу пожелать ребятам нынешнего поколения, чтобы вышли в суперлигу все-таки и завоевывали медали не ниже достоинством, которое завоевывали мы в свое время. «Искра» должна вновь зазвучать. В этом уверены болельщики, которые не скупились на добрые слова в адрес команды. Бывший наставник подмосковного клуба Сергей Алексеев сообщил, что «Искрой» заключено соглашение с командованием ракетных войск стратегического назначения о проведении ежегодного турнира на призы главкома РВСН Владимира Толубко. Именно он стоял у истоков создания волейбольного клуба. Ближайший домашний матч чемпионата России «Искра» проведет с командой «Тархан» из Стерлитамака. Игры пройдут в волейбольно-спортивном комплексе 24 и 25 ноября. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».